Нагар, Гималаи. Завтра утром мы уезжаем из прекрасной Шимлы в чудесный Нагар. А что будет в Нагаре дальше, посмотрим. А в Нагаре было все. Самые удивительные встречи, походы, прогулки, треки. Мы ходили в гости Махадеву и Кришне. И читали мантры самыми настоящими браманами. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Рама, Харе Харе. Нагар – это совсем маленький городок, это горная деревня. А сейчас мы едем в Нагар. Это вилла Рерик. Да, и самое интересное, тут оставлено все так, как было при жизни Рерих. А сохранила виллу Рани Девика Рерих, жена сына Святослава. Николай и Лена Рерих хотели соединить восточную философию, духовность с западной наукой. Вот здесь, на этой лавочке, сидел Николай Рерих с Еленой, отдыхали в тенек. А потом они гуляли по своим любимым Гималаям и писали картины и книги. Я думаю, что они и сейчас просто продолжают свое путешествие. У нас было удивительное знакомство с чудесным парнем Самантой. Гуляя с ним, как будто попадаешь в книгу «Тайная жизнь растений». Самое главное – наблюдать и не вмешиваться. Идемте, я познакомлю вас со своим садом. Вот растения, они сами, получается, защищают. Да-да, все именно так. Растения сами себя лечат. Да, у него, короче, смысл вообще этого сада – почва. Почва, чтобы все росло. Ничего не удалялось, чтобы все росло. Поэтому здесь вы видите все. И сорняки, и культурные растения. Все. Ну вот, Ирина, ты все сама и рассказала. Строят дома здесь тоже особое гималайское из-за возможности землетрясений. Между слоями камня кладут дерево, как пирог. И это сохраняет дома на сотни лет. А это твоя собака какая чудная. Да, это мой друг, настоящий друг. А особенно приятно было смотреть на людей. У них такие радостные, довольные, солнечные, улыбающиеся лица. Несмотря на то, что они делают очень тяжелую работу, каждодневную. Да, жители деревни строят дома, чинят их, когда надо, выращивают растения, ухаживают за животными, готовят еду. Здесь очень вкусная еда. И все это в наших Гималаях, суровых и прекрасных. И, конечно, мы побывали в храме Кришны, встретили браманов и даже пели мантру с ними. Харе Кришна, Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо. Так мы гуляли от одного храма к другому, и везде проявлялись картины Рериха. Прямо из воздуха. Удивительно. सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाव है कभी कभी है धूप
Ну а еще мы прошли путь совсем нелегкий, но такой интересный, к храму Шивы-Громовержца. Туристы сюда обычно не ходят. Это путь местных жителей, путь паломничества. Но Ирина, которая знает все пути и дорожки, провела нас сюда, и мы этому были очень-очень рады. Такая природа, такие горы, такие ощущения, такие люди есть только в Гималаях. А это трезубец самого Шивы, Махадева, в самых настоящих Гималаях. Наверное, только здесь можно подарить Богу цветы и попробовать его угощение. С индийскими друзьями, у меня ощущение, что в Индии, особенно в этом месте, все друзья. Мы уезжаем из Нагара, и наше путешествие продолжается, полное чудес и уникальных историй и знакомств. Каждый уголок, как пестрая мозаика, хранит свои тайны. И наш путь продолжается, даря новые впечатления и приключения.